Фотовыставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж» приморского автора Олега Семенова открылась в парке искусств «Музеон» в Москве. Она показывает, чем живут монахи-послушники Свято-Серафимовского монастыря, расположенного на острове Русский. Проект состоялся по благословению наместника обители игумена Климента. Он реализуется в рамках дорожной карты по развитию церковной жизни на Дальнем Востоке, утвержденной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На выставке побывала наша съемочная группа. Сюжет Галины Ледвиной. На стендах фото художественные и документальные. С одной стороны, они рассказывают, как создавался островной монастырь. С другой, через глубокие художественные портреты, автор передает внутренний мир, эмоции монахов, молитвенную сосредоточенность, радость, покаянное состояние. Для многих выставка откроет сложность и красоту мира жизни духовной в обители, основанной на острове Русский в 2001 году. Фотовыставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж» посвящена 30-летию со дня восстановления Владивостокской епархии и 20-летию со дня восстановления основания Серафимовского мужского монастыря, находящегося на острове Русский. В фотографиях этой выставки видна рука человека, для которого православие – смысл жизни. Для автора снимков Олега Семенова история началась в ноябре 2019 года, когда он, ведомый человеческим любопытством, впервые попав в Свято-Серафимовский монастырь, захотел снять репортаж. Для окунувшегося в жизнь обители фотографа быт монахов стал настоящим откровением. Тогда и сформировался проект выставки, в основу которого легла миссионерская задача. Я увидел абсолютно мощную веру этих людей и удивительный уровень самопожертвования, который я, честно говоря, нигде более и не видел. Решил остаться надолго с тем, чтобы вникнуть в эту жизнь поглубже, посмотреть, что движет этими людьми, и как-то показать глазами особо, собственно, мирянина, каковым я себя и считаю до сих пор, то, что для меня показалось каким-то очень необычным, и то, что для меня было и стало впоследствии примером, в общем-то, отношения к жизни. Полтора года автор жил в обители, стараясь вникнуть в закрытую для посторонних глаз жизнь монахов, у каждого из которых своя судьба, свой путь в монастырь, порой непростой. Зрителю выставка дает возможность увидеть то, что скрыто. Монашеские послушания, иконопись, молитвы, таинство церкви. Поражают лица братья, поражают глаза монашествующих, поражают те послушания, которые они выполняют. Москвичи сегодня могут увидеть, как живет Дальний Восток, могут приобщиться к церковной жизни дальневосточных епархий. Те люди, которые, может быть, никогда не побывают на Дальнем Востоке, но они увидят лица духовенства, лица монашествующих, которые подвязаются в этой обители, трудятся, созидают в своей душе мир и духовное благополучие. В столице вернисаж уже состоялся в издательском совете Русской Православной Церкви и в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. В парке искусств «Музеон» выставка будет проходить до 20 августа. Вход свободный.